Максим снова поведал нам новую новость о своей руке. Уже более 40 дней больниц. Каждый день я лежал под капельницами. Две операции. Вроде как скоро выпишут. Но впереди начинается главная работа по восстановлению. Приблизительно длиной в полгода. Возможно, Максим после больницы сможет записывать новые ролики хотя бы раз в неделю. Менее чем вероятно. Но пропадать на канале более чем до лет он скорее всего не станет. По его эмоциям очень хорошо видно желание снимать снова новые и новые видео. Даже если видео не будет до полного восстановления, то скорее всего его команда будет выпускать ролики без участия MMX. Всем крепкого здоровья и удачи!